Целый город благотворительности для одного ребенка. В Волгограде прошел необычный фестиваль «Новоград», главная цель которого – помочь 10-летнему Данилу Паиль в борьбе с диагнозом ДЦП. Местом проведения акции стала библиотека имени Горького. На ее этажах разместились мастер-классы и секции, принять участие в которых мог любой неравнодушный волгоградец. Все подробности у Анжелики Антипиной. Бумажные города вырастают за считанные минуты, а шарики превращаются в воздушный зоопарк. Герой этой специально созданной сказки – 10-летний Данила Паиль. ДЦП и 4 перенесенных операции. Его детство еще не было безмятежным, но сегодня он с братом Ваней лепит пластилиновый мультик и будто создает свое уже радостное будущее. И помогают его творить энтузиасты-взрослые. Ведь благотворительный фестиваль «Новоград» – способ помочь мальчику научиться ходить и собрать деньги на специальное оборудование. Вы можете приобрести за один жетон шарик, либо даете, кладете пожертвование 50 рублей и можете пройти по разным мастер-классам на всех этажах. Под полей Горьковской библиотеки молодежный андеграунд для любителей экстрима. За символический жетон здесь учат основам фаер-шоу и даже велотриала. На втором уровне ловят мусор вместо рыбы и делают букеты из конфет. Это сектор экологичных забав. Путешествие в прошлое – тоже часть благотворительного фестиваля. Девушка Анастасия рассказывает о скандинавских нарядах, а дети могут узнать, каково это – быть рыцарем. Тяжело, если еще кольчугу добавить, тяжелее некуда. Бороться с недугом сына родители Данилы продолжают отчаяние многих воинов. Результат упорства и оптимизма – мальчик не прикован к постели. Хотя прогнозы врачей были именно такими. Не упустить время – теперь самое главное. Мальчик взрослеет, а мышцы нужно укреплять. Потому папе Данилы пришлось оставить работу. А на зарплату мамы-тренера невозможно испробовать все способы. Самый доступный пока – шины Веленского. Надолго не хватает. Буквально там на 10-15 минут их надо снимать, иначе не будет поступления крови в конечности. А мам, можно покатать? Нам приходится снимать, а так мы сможем полноценно и гулять в них. Непоседливому Данилу направить энергию в нужное русло помогли бы ходунки Параподиум, но цена вопроса – десятки тысяч рублей. Сумма непосильная для семьи Паиль. Вот и обратились к активистам. Они в ответ решили сделать акцию настолько масштабной, насколько возможно. По идее, мы могли бы обратиться к богатым людям и сказать, помогите Данилу. Но тогда получается, что обычные жители города, они никогда не поучаствуют в этом деле. Это очень важно – быть благотворителем. И человек, который помогает, он уже чуть-чуть счастливее. Немного счастливее сегодня и сам Данил. Перепробовал почти все развлечения на фестивале «Новоград». И главное, окунулся в атмосферу участия. Горизонт для меня, потому что я для этого и приехал. На следующий большой праздник маленький волгоградец, возможно, придет самостоятельно. Собрать нужную сумму на покупку ходунков волонтерам удалось. Для остального энергии и любви семье Паиль должно хватить. Анжелика Антипина, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба».